Всем привет! Да, у нас сегодня много собралось, мы немного не ожидали такого количества людей. Спасибо, да, меня зовут Саша, наверное, уже все знают, и я давно хотел там проводить техтолки, метапы внутри Tradition. Вот, у нас сегодня первый метап. Там у нас пицца, угощайтесь, есть чай, есть спрайт, ну, чувствуйте себя свободными. И первый доклад Александр Шестаков, мутационное тестирование. Да, всем привет, меня зовут Саша, этот доклад я уже читал, но много людей его, наверное, не видели, поэтому вот. Отрадно, что действительно у вас много пришло, если у кого-то будут, очень бы нам хотелось продолжить эту светлую традицию, значит, читать их толки, это позволяет людям не заскучать, поэтому если у кого-то есть доклады, темы, идеи, то, пожалуйста, приходите, мы организуем составление этих выступлений, научим, покажем, запишем и распространим. Поэтому вот. Keep calm and kill mutants. Сегодня мы поговорим про мутационное тестирование, что это такое, и вообще про тестирование, почему оно лжет, и смежных темах. Доклад будет про... Примеры кода будут на языке программирования Ruby, но для... Вам не обязательно его знать, код будет достаточно понятный. Те непонятные моменты, которые там будут, я обязательно расскажу и объясню. Не стесняйтесь перебивать меня, задавать вопросы. Вопросы откладывать наконец, это плохо, потом я уже забуду, о чем я рассказывал, поэтому сразу. Проговорим про coverage, про тестовую задачу, на базе которой я объясню, что это такое, что такое мутационное тестирование, как его использовать. Рассмотрим какую-то имплементацию, что называется, в лоб. Посмотрим, почему она содержит ошибки, как ее можно хорошо протестировать. Будет короткая демо-сессия, что такое мутант, как его юзать. Ну и, собственно, бонусом. Использование мутационного тестирования у нас в компании на базе Continuous Integration, Team City, которую я нежно люблю и уважаю. Если хватит времени, наверное, хватит времени. Так, покрытие кода тестами. Вот есть такая типичная картина. Очень грустно признавать, что не на всех наших проектах у нас покрытие есть хорошее, стопроцентное или вообще есть. По доброй традиции всех тех толков, поднимите, пожалуйста, руки, кто меряет у себя покрытие на проект. Сантиметром. Сантиметром? Ну, как бы немного. А здесь кто сидит? Все эти люди, это кто такие? А те люди, у которых на проекте покрытие стопроцентное? Так, Дима, ты не считаешься, у тебя кода нет. Популярный нынче мем. Тесты не упадут, если их нет? Да. Salesforce обеспечивает, позволяет деплоить через 60 наоборот, только при наличии покрытия. Ты что, стрикеров, что ли? Ты бы проживал! А что я могу сказать? Я задал вопрос такой неподходящий момент. Да. Ну, я ожидал больше рук, что придут мои коллеги, у них там 100%, но они не пришли. Очень клево видеть на проекте такую картину, когда покрытие хорошее, а под хорошее я понимаю только 100%, потому что никакого другого покрытия не существует и существовать не может. Не нужно вчитываться, просто вот зелененький цвет. Зелененький цвет все расскажет. Единичку тоже можно зеленый делать. Да, ты прав. Его не очень просто добиться, точнее, очень непросто добиться. Именно поэтому видеть такую картину очень радостно. Вот. Собственно, про типы покрытия. Покрытие тестов, кода тестами бывает разное. Основные типы, я прошу прощения, у меня так случилось, что примеры кода на черном фоне. Если что-то будет непонятно, я покажу на белом фоне. Самое простое покрытие кода тестами – это, странное слово, функциональное. Ну, так уж получилось. Оно говорит о том, что вызывалась какая-то функция в процессе запуска тестов или нет. Термин древний, техника этого замера древняя, она нужна была в больших системах, когда компьютеры были медленные, нужно было протестить, хотя бы вот эта подсистема участвовала насчет тестирования или нет. Постепенно покрытие функций, факт того, вызывалась ли функция или нет, оно свелось к профилированию, то есть профилировщики, они фактически тем и занимаются, что большинство из них не по инструкциям, а по функциям меряют.
Вот. Следующий тип покрытия – это line coverage или statement coverage. В некоторых языках это одно и то же. Он, это такой вид покрытия говорит о том, вызывалась ли это линия исходного кода или нет. Так как доклад про Ruby, в Ruby вообще никакого другого покрытия нет и быть не может, потому что все тулы, которые вы меряете, реализованы посредством колбеков из виртуальной машины. Когда виртуальная машина начинает парсить строку кода, она говорит, я начинаю парсить строку номер 12, поэтому мы регистрируем этот файл. Собственно, из этого все проблемы возникают. Вот тут внизу строчечка «рендер там чего-то, если какое-то условие». Строка зеленая, то есть на ней покрытие было. Но если вот после if условие выразилось в false, либо оно выразилось в true, неважно, допустим, false, это значит, что первая часть выражения вообще не выполнялась. Но покрытие на нем все равно есть, строка все равно зеленая. В нем даже может быть опечатки или ошибки какие-то. Мы об этом никогда не узнаем, покрытие зеленое, мы полагаем, что все ок. Углубляемся, branch coverage. Он говорит о том, что во все бранчи исходного кода мы зашли, во все бранчи кондишенов или во все бранчи циклов. Conditional или expressional coverage говорит о том, что все маленькие кусочки conditionов выполнялись. Ну, что не было шорткатов. Если условие А ложно, то дальше можно вообще ничего не делать. Вот. Branch conditional coverage удостоверяется, что все они были выполнены. Ну и самый сложный pass coverage, который практически нигде не используется, только там, в research лабораториях NASA, который позволяет проверить. Вот если condition A был true, а condition B был false, вы по этому пути в коде пошли. А при следующем запуске тестов мы должны будем пойти по другому пути в коде. Ну и что все такие пути, они пройдены. Об этом утверждает pass coverage. Достичь его практически невозможно, потому что все понимают, происходит экспоненциальный взрыв, и условий в коде очень много. Вот. Типы coverage. Statement не позволяет протестировать то, что он заходил на эту condition? Ну, просто проблема терминологии. Statement'ом в разных языках разные называют. Например, в Ruby statement это ну, аналог почти строки. Например, в компилируемых языках statement это аналог выражения, expression. Поэтому я в скобках написал, что line coverage он в данной теме эквивалентен statement coverage. На самом деле покрытие statement'ами, ну, оно означает слишком разное, поэтому такой термин нигде не используется. То есть в C-Sharp он означает совсем не то, что он бы означал в Ruby. Вот. Поэтому, как правило, line coverage, branch coverage и expression coverage. Три основных. Еще их называют там, C0, C1, C2 coverage во всяких научных докладах. То есть C0 coverage это как раз line, C1 и так далее. Для чего это рассказываю? Вот у нас есть, у меня был доклад, мне нужно было придумать к нему хороший пример, а всем очень надоели всякие примеры про числа Фибоначчи, там фубары и прочую фигню, которую люди рассказывают на конференциях. Моя жена предложила отличный вариант, она предложила, ну блин, мы большая контора, мы пишем всякую бизнес-логику, мы пишем много всяких воркфлоов, давай придумаем какой-нибудь пример с воркфлоовыми. Все любят воркфлоу писать, да? Все, каждый когда-нибудь писал один. Да, да. Да. Я сначала покажу визуально, как вот мой тестовый воркфлоу работает, потом мы на одном слайде посмотрим все его правила. Воркфлоу состоит из трех шагов. Есть там энное количество пользователей. И для того, чтобы каждый шаг закрыть, то есть перейти на следующий, нужно набрать определенное количество голосов. 3 голоса или 2 голоса или 2 голоса. Пользователь первый голосует для того, чтобы закрыть первый шаг. Его голос успешно принят. Он пытается голосовать еще раз, но Workflow Engine его голос rejected, потому что, ну, чувак, ты уже на этом шагу голосовал, не надо читерить. Пользователь 2 кладет свой голос. Мы все еще находимся на шаге 1, потому что нужно 3 голоса. Пользователь 3 пытается поставить свой голос, но, к сожалению, он зареджектался, потому что пользователь там черненький, он не активен. Мы из этого чего узнаем? Что Workflow Engine позволяет, значит, у пользователя есть свойство активности. Да? Это будет одно из наших требований. Ну и пользователь 4 успешно завершает работу над первым шагом. Мы сейчас находимся фактически на втором. Пользователь 5, вот тут я пытался другой стрелочкой изобразить. Пользователь 5, он такой специальный, у него есть возможность зафорсить степ.
такие особые пользователи, я в английском использую слово power users, да, а в русском не смог подобрать аналога, поэтому говорю могучий. Если кому-то режет слух, вы скажите. Поэтому могучий пользователь 5 завершает шаг 2, мы сейчас находимся в начале шага 3, нам не нужно собирать все голоса. Пользователь 8, он как бы не могучий, он обычный, но вот у нас в Workflow Engine есть возможность сделать reject, наложить вето на голосование шага 3. И в требования к Workflow Engine такие, что когда мы реджектаем, то есть откатываемся на предыдущий шаг, мы предыдущий шаг тоже сначала начинаем. Поэтому мы откатываемся на шаг 2 и начинаем его с нуля. Шестой пользователь просто голосует, седьмой пользователь просто голосует, и девятый пользователь завершает этот Workflow, потому что он могуч. Вгоняет стаи туч. Вот все правила этого микро Workflow Engine. То есть нам нужен какой-то threshold value для того, чтобы преодолеть барьер. Можно могучить, можно реджектать, есть неактивные пользователи, и нельзя два раза голосовать на одном и том же шаге. Ок? Make sense? Ну, все довольно просто. Переходим к реализации. Вот это будет самый сложный шаг, потому что действительно не все знают Ruby, но я постараюсь. Я очень люблю вообще в функциональном стиле писать, используя функциональные знаки, языки программирования. Кто меня знает, знает, что я повернут на этой теме в плохом смысле этого слова. Но Workflow сам Стив Джобс велел... Чего ты такое сказал? Хранить состояние некоторое. Ну вот, конструктор класса Workflow принимает конфигурацию шагов, он ее сохраняет в инстанс переменной, текущий шаг равен нулю, и набор this.votes – это такой массив, равный по величине количеству степов, в каждом из которых будет пустое множество – set.new. То есть мы вот эти бакеты, которые были на картинке, представляем в виде… Это массив из трех элементов, первый из которых – это множество, второе множество и третье множество. В первом мы ожидаем три элемента, во втором – два, и в третьем – два. Вот. Хреново, конечно, видно, да. Функция approve. Мы проверяем, если пользователь не активен, мы ничего не делаем. Если он может зафорсить этот степ, мы просто делаем инкремент. Если он может голосовать на этом степе, тогда делаем vote. В reject примерно то же самое, если пользователь не активен, нифига не делаем. И декрементим, если он может голосовать, либо может скипать этот степ. То есть декрементить может любой пользователь, могучий он или не очень. Ну и функция finish проверяет, что номер шага равен количеству шагов. Мы находимся на последнем. Такой вопрос. Получается, да. Power user не может проголосовать по обычному? Не может. Ну, такие вот требования. Power users, это, ну, представьте себе, там, Слава Лишек приходит, короче, реджект, то есть, опрувает все. У него бывает. Нет, он не здесь. Саша. Ну ладно. Последнего этапа вместе с Славой. Мы мечтаем после этого. Да, я может, так хочу, чтобы он делал. Инкремент просто увеличивает номер текущего шага на единицу. Вот этот синтаксис current step плюс равно 1. Это значит current step равно current step плюс 1. Только если он не завершен. Потому что если он завершен, что там инкрементить? Функция vote, она добавляет самого пользователя, то есть сектора, в бакет голосов. То есть мы постепенно набираем этот бакет голосов. Меньше-меньше, это значит положить в. Мы докидываем этого пользователя. Так как мы докидываем пользователя, мы этим же самым имплементим требование, что он два раза голосовать не может. Потому что если мы в бакет его же докинем, сет, множество от этого никак не изменится. Вот, потому что множество не позволяет многих два раза положить один и тот же элемент. Инкрементим мы, если количество голосов на текущем шаге больше или равно количеству трешхолду этого шага. То есть как только мы набрали три голоса на первом, мы перейдем на второй, то есть инкрементим. Ну и декремент тоже довольно простой. Мы очищаем множество голосов на текущем шаге, уменьшаем номер текущего шага, если мы не в нуле, там, чтобы не зайти в минус один, да, и начинаем сначала предыдущий шаг в соответствии с требованием. Последний бит кода. Пользователь
пользователь может быть активным и неактивным, он может голосовать, либо форс-кипать на определенном шаге. То есть простой plain old Ruby object, poro, есть pojo, poco, есть poro. Вот. Ну, написали этот код, такие, классно, надо написать тесты, комментов тут не видно, но хрен с ними. Этот код символизирует собой все те же графические примеры, которые я показывал. То есть вот первый пользователь голосует, потом он же пытается голосовать, но не может. Второй, третий, вот там неактивный пользователь, у которого второй параметр false равен. И в конце мы ожидаем, что последний approve изменит статус, изменит finished flag этого workflow с false на true. Я очень горжусь Ruby, он такой выразительный, да? Замечательно. А ты писал сначала код, потом тесты или? Стал выше. Нет. Нет, что? Нет, не писал сначала код, потом тесты. Сначала код писал, потом тест. Это ранит твой человек будет учить писать тесты сейчас. Это ранит твою нежную душу, я знаю. Вот. Мы можем запустить эту штуку, запустить эти все тесты. Там музыка идет. Я, к сожалению, не начал запись, уже поздно. Запускаем тесты. Он один, он проходит, он зеленый. Вот один пример прошел за какое-то непозволительное малое количество секунд. Все у нас хорошо. Более того, если мы посмотрим на coverage, он полностью зеленый. Что это нам говорит? Мы попробовали все функциональные возможности workflow, которые у них только есть. Мы неактивных пользователей юзали, мы реджектали, мы форс-пушили, мы опрували. Все классно. Нет, это говорит, что язык Ruby спрятал просто некоторые бранчи. Я проигнорирую это замечание. Хорошо. Вот. Все зелененько. Но достаточно ли все хорошо? Наконец мы подошли к замечательной теме мутационного тестирования. Что же это такое? Ну, начнем с примеров. Я запускаю в консоли магическую команду. Да. Она там что-то начинает делать. Все красное почему-то. В 8 потоках. И говорит нам 64,71%. Ну, как-то не очень, наверное. А что это за процент? Что это за процент? Это мутант нам говорит, что ваш код, он на 64,71% покрыт мутационно. Ну, да, не очень. Вот. Я позже расскажу, что на самом деле такое мутационное тестирование. Мы продолжим его слушать. Он нам в выхлопе говорит еще вот такую штуку. Блин, тоже плохо. Какую прочитай? Сейчас прочитаю. Так лучше видно? Вот то, что красное он предлагает убрать, а то, что зеленое он предлагает оставить. Фактически он говорит, чувак, ты вот можешь все это условие нафиг убрать из своего кода, оставить только тело условия, и твои тесты все равно пройдут. Ну, что-то как-то я, блин, слабо ему верю, давайте попробуем. На самом деле он про вот это условие говорит, да, ну то же самое, если его переписать. Я его комментирую, сохраняю этот файл, все честно, без обмана. Запускаю тесты, а они проходят. Какая-то фигня, да? Да. Маленький соцопрос. Вот я клеймлю, можешь выключить еще раз, я клеймлю, что этот код пройдет тесты. Кто верит? Здесь метод reject пустой, в нем ничего нету. Метод approve какой-то короткий, там в конструкторе мало чего есть вообще. На самом деле, ну я бы не задавал этот вопрос, если бы он не прошел, он пройдет. Вот это та реализация, которую мы написали и проверяем. А вот этот вот достаточный код для того, чтобы тесты были зеленые. Метод reject вообще не нужен. Как так? Вот. Я не заморачивался поиском красивых картинок, они у меня такие... На все слайды, на все презентации. Вот почему покрытие не нужно. Просто сначала тесты писать, не было бы такого. Просто тесты неполные, неправильные.
Ты понял, Саша? Просто да, просто. Все проникает, правильно. Писать больше тестов, правильно? Ну, очевидно же. Пишем больше тестов, пишем... Не нужно тут все читать. Проверяем пустой workflow, что он должен быть по умолчанию закончен, что он должен оставаться законченным, даже если мы опробуем реджектом. Еще больше тестов на workflow, состоящий из одного шага, где threshold равен там нолику, единичке, что он не должен быть закончен, что мы там опробуем, реджектаем какие-то тесты, еще больше тестов, где мы проверяем всякие граничные условия, там реджекты в конце, опробы в начале, прочая фигня. В конце концов, последний ultimate case, что вот у нас есть workflow из трех шагов, и что только последний approve, значит, меняет статус finish этого workflow. В общем, их дохрена. Вот, дохрена тестов. Мы такие довольны, все уже протестили, что в голову могло прийти, все граничные условия. И запускаем мутант. Он говорит 91%. Почти. Ну, блин, вот все написали уже, все, что можно было. Не все. Машина лучше знает, чем человек. Человек свойственно ошибаться. Я ошибаюсь в день ровно 3 раза. Сегодня еще 2. У меня одна ошибка есть, если я ошибусь, то вы меня простите. Как же работает мутант? Ну вот есть такое понятие абстрактное синтаксическое дерево, AST. Очень полезная штука для программистов, многие из вас наверняка о нем знают. Это такой способ превратить текст, то есть исходный код, в дерево вызовов этого кода. Вот mass.sqrt3+4 на самом деле внутрях компилятора или интерпретатора превращается в такое синтаксическое дерево, и процесс выполнения кода на самом деле это сворачивание этого дерева вот так. Мы берем 3, плюсуем 4, потом передаем в аргументы функцию sqrt и получаем какой-то результат. Мутант и мутационное тестирование – это вообще такой процесс. Мы берем код, превращаем его в абстрактное синтаксическое дерево, меняем в нем чего-нибудь, сворачиваем абстрактное синтаксическое дерево обратно в код и запускаем в нем тесты. Если тесты не упали, значит что-то не так. То есть какая-то зараза пришла в вашу кодяру, как-то ее промодифицировала, а ваши тесты не упали. Такого не должно случаться, тесты должны падать, иначе, ну, значит, вы что-то не дотестировали. Ну вот на примере есть выражение а или равно 1, то же самое, что а равно 1, если не а. Вот. Мутант, когда он будет, собственно, производить такие мутации, он будет его заменять на... последовательно на вот такие вот штуковины. Он будет пытаться всячески испортить этот код. И после запуска тестов будет смотреть, не упали ли они. Если тесты не упали, значит такая мутация признается выжившей. То есть в вашем коде есть мутант, зомби, как хотите это называть. А процесс фикса этого называется убийством мутантов. Если он что-то невалидное сделает, то это будет считаться падением просто. Да, это будет считаться падением, это будет считаться, что ну все ок. Так как он может что-то сделать невалидным, именно поэтому, если вы тестируете какой-то сложный код по HTTP взаимодействию или взаимодействию с базой данных, лучше запускать в один поток, иначе возможны там race condition и прочая радость. Вот. Что же он нам пытается сказать? После всех этих наших мучений с написанием большого количества тестов, он нам говорит вот такую штуку. А можешь там флипнуть? Он нам говорит, что в методе void я заменил обращение к массиву по квадратным скобкам на обращение к массиву через метод fetch. И тесты не упали. Вроде как no big deal, я могу пойти и поменять квадратные скобки на fetch, да, я сейчас объясню, в чем разница, и ну, как бы двинуться дальше. На самом деле нужно уметь мутанта слушать. Разница в квадратных скобках и fetch вот в чем. Если вы в пустом массиве попытаетесь взять элемент с номером 5, то квадратные скобки вернут вам null. А метод fetch, он упадет. То есть безопасное и небезопасное обращение к элементу массива, индексации. Вот. Следуя TDD, мы сначала пишем тест,
Как вообще такая ситуация могла произойти? Ну, например, мы же votes инициализируем в конструкторе, да? И в конструкторе vote будет равен по своему размеру конфигу этого workflow. Если создать workflow с пустым конфигом, а потом попытаться его опровить, ну вот оно ляснется. И ляснется оно с, в джавовских терминах, null pointer exception, потому что мы возьмем из votes чего-нибудь, оно окажется nil, мы на нем вызовем метод и бабам. Как ситуацию можно поправить? Ну, мутант нам советует, используй метод fetch, тогда у тебя, наверное, все будет хорошо. Но если даже мы попытаемся использовать метод fetch, оно все равно бабахнется, но уже с другой ошибкой, не с null pointer exception, а с index error. Индекс error — это как раз та ошибка, которую метод fetch бросает при, ну, когда не может найти элемента. То есть свалилось теперь не, как, не, не потом по коду где-то с null pointer exception, а именно там, где ошибка у нас и есть, в методе, то есть на обращении к элементу массива. Там, где накосячил. Там, где накосячил. Искать ошибку гораздо проще. Свалился индекс error, понятно, в той же строчке кода что-то произошло. Поэтому можно утверждать, что наличие индексера гораздо лучше, чем null pointer exception. Хороший программист должен был пойти, поменять конструктор, там, проверить условия. Если чувак тебе передашь не пустой конфиг, тогда там initialization exception какой-нибудь. Но у нас же все-таки тестовый пример, я могу себе позволить сказать, что давайте напишем вот такой тест, который говорит, что создание наличие индексера в имплементации — это expected behavior. Ну, не хочу я тестить, не хочу я фиксить там ничего, expected behavior. Добавляем такой тест, все проходит, запускаем, ну, то есть, поняли, что произошло? Нет? Да? Нет? Ты заменил типа на fetch. Да, я заменил на fetch, признал, что моя имплементация корявая, вот сообщил об этом другим программистам, тем, что написал, что индекс error — это expected behavior, все классно, да, не передавайте пустое. Ну, а вы так не делаете, конечно. Я не знаю. А, что это? Документацию для того и придумали. Мутант продолжает комплейнить, что не все хорошо, и следующая ошибка — 92 и 95. Ты можешь лучше. Да, ты можешь лучше. Блин, снова прости. Да не включай. У нас снимается. Для истории. Я молчу. Следующим шагом он говорит похожую штуку, ты можешь убрать условие unless finished из метода increment. Ну, это условие, помните, для чего нужно было. Если мы находимся на последнем шаге, и кто-то пытается опровить, то нечего инкрементить текущий шаг, потому что мы уже в конце массива находимся. А он говорит, что можно убрать. Ну, я уже демо показывать не буду, мы теперь верим мутанту, он хороший. Чего вообще произошло? На самом деле мы не проверили на этот случай, ну, у нас не было ни одного теста, который это проверяет, который бы пытался сделать approve в конце массива. Ну, нам же казалось, ну зачем кто-то это будет делать, мы поэтому забыли написать такой тест. Пишем тест finished workflow should not react on actions. Approve на approve с форсом. Перепутал. Короче, завершенный workflow не должен решать, не должен никак реагировать. Добавляем эту, добавляем этот тест, вместе с ним пишем проверку на reject и обнаруживаем, что мы профокапили такую же проверку в методе decrement. Вот в increment она была, а в decrement тоже ее не было. Поэтому мутант вот таким эзотерическим способом сказал нам, что ну, натолкнуло нас на написание теста, которое показало, что у нас есть еще ошибка в коде. И что в методе decrement тоже должна быть такая проверка. Но это еще не все. 94%, казалось бы, мы уже все испробовали. Следующая штука очень-очень странная. Вот здесь понадобится краткий экскурс в Ruby, но оно перекликается с Java, там, с C#. Он нам предлагает заменить равно-равно на equal. В разных языках это значит разные вещи. В Ruby есть три способа сравнить две величины. Есть равно-равно, что значит проверка по значению. Есть EQL, что значит проверка по хэш-коду. И есть equal, что значит проверка по Object ID. То есть, тот ли это объект в рантайме или нет.
И он нам говорит, что чувак, проверяй по equal. Потому что, ну ты же проверяешь два интежера, а интежеры в Ruby они все интернированы, поэтому это на самом деле один и тот же объект, ты можешь их сравнить. Почему он предлагает равно-равно заменить на equals? Ну потому что equal это более строгая что ли проверка. Все знают приколы там с интернированием строк в Java, что если использовать неправильное равенство, то все будет плохо. Поэтому лучше использовать как можно более строгую проверку. В данном конкретном случае, ну пофиг, как мы проверяем. Но в больших системах вы пишете метод, вам передают чего-нибудь, вам передают какой-нибудь, ну не какую-нибудь строку А, Б или С. Причем вам обязаны передать либо строку А, либо строку Б, либо строку С. А вам передали какой-то такой хитрый объект, который на проверку по равенству по значению тоже вернет true, и таким образом могут ваш код сломать, поэтому лучше использовать проверки как можно более строгие. Но разве фишка не в том, что нас как раз таки интересует значение в первую очередь, а не тот же ли это объект? В данном случае нас интересует значение. Но так случилось, что это инты, поэтому можно проверять по объектам. На самом деле, можно за его немножко обмануть и написать код что-нибудь вроде current step минус step config size точка zero. Ад. Нет, ну ты от одного отнимаешь второе, проверяешь, что там ноль. Это более элегантно, с моей точки зрения. Ну, потому что я там с ассемблеров начинал всяких. И в ассемблерах есть только проверки на ноль, не ноль. Поэтому и в математическом смысле это более красиво. С точки зрения логики, которую ты пишешь, это вообще не правда. У тебя чувство прекрасное просто не развито. Я буду стараться. Вот, мы следуем его примеру, заменяем равно-равно на equal. Это, я же говорю, очень спорный момент. Те, кто пишет на Java, я уверен, меня поймут. Вот. То есть в данном случае мутантам ничего не хотел сказать очень экстравагантного. Мы просто последовали его примеру. И от этого наш код ну, стал более, что ли, строгим. Но мы не до конца удовлетворили этого гада. Осталось еще немного. Саша, подожди, он каждый раз по чуть-чуть тебе выдает, он дразнит тебя, или он все-таки все комплейны? Не, он выдает, конечно, все комплейны, я просто по одному показываю. Да я тебя дразню. Конечно. Говорит, что мы можем убрать последнюю проверку, не последнее действие вот это. Это функция decrement, то есть мы когда реджектаем, мы очищаем текущий бакет, возвращаемся на шаг назад и очищаем предыдущий. Потому что так требования у нас написаны, мы должны начать с начала предыдущего шага. Но так как он мог удалить эту строку, и тесты остались зелеными, это значит, что мы забыли написать тест, который бы проверял специально на такую ситуацию. Вот. Мы действительно, если рассмотреть первый, мы в конце, после реджекта, мы всегда делаем форс. А зачем нам очищать текущий шаг? Требования такие. Ну хорошо, ну вы сказали, хорошо бы без осадочку. Очистили, не вопрос. А ну в коде-то он все без осадочки не полезет смотреть. Да? Если ты просто вернешься на предыдущий шаг, там его же очистил, он будет работать нормально. Нет. Сначала ты очищаешь текущий шаг, возвращаешься на шаг назад и очищаешь предыдущий. Я понимаю, ну зачем мне в коде очищать? Мутант сказал, текущий шаг очищать не надо. Да. Так это счастье. Меньше кода. Гриво? Ты какую-то фигню говоришь. Почему фигню? У тебя будет работать дальше прилагать, потому что она работает уже с предыдущим шагом. Там да. Ты все очистил. Нет. И пусть работает. Нет. Еще раз, вот эта строка, это очистка на предыдущем шаге. Текущего шага. Вот это очистка текущего шага, возвращение на шаг назад и очистка предыдущего шага. Все, я решил что-то думать. Если на предыдущем шаге остались еще шаги, они не должны участвовать. И действительно, мы после реджекта мы всегда используем force approve. А если мы всегда используем после реджекта force approve, это значит, что нам не важно, были там какие-то волты, не было там волтов, мы все равно перейдем на следующий, потому что это force approve. Именно поэтому мутант смог удалить эту строку, и тесты стали сработать. Мы переписываем, создаем такой тестовый сценарий в RPU с трех шагов. 5 раз мы опровим, это значит, мы будем в конце последнего шага.
потом мы реджектаем, потом три раза апрувим, и только последний четвертый апрув должен привести к переводу workflow в финиш состояние. Ну, как бы все. Молодец. Но кто-то еще скажет, что не 100%? Нет, ну вот папа мутанта пришел, наверное. 100%. Да. Ну, честное 100%, никаких, без всяких обиняков. Мутант, конечно, не идеальный инструмент. Может быть, он пропустил какую-то такую вот экзотическую мутацию, которая все равно может к нам пролезть, но он делает очень хорошо свою работу. Он очень много мутаций предлагает. Он меняет равно на неравно, он удаляет строки, он портит название переменных, он меняет даже содержимое строк, чтобы удостовериться, что вы на них протестили именно на эти строки. Это не всегда может быть хорошо, но об этом чуть попозже в секции вопросов. Обама был? Что? Это Обама был? А ты с ним знаком? Нет, он белый, а тот черный. В следующий раз твою фотку не оставлю. Чему же эта история вся нас учит? Три простых вывода. Coverage, он лжет. Особенно line coverage лжет. Потому что код может быть, во-первых, он может вообще нифига не работать, но все будет зеленое, и вы будете находиться в святом неведении. А еще может быть написан на Ruby, и одна строчка это 100-500. Можешь пропустить, да. Branch coverage тоже лжет, потому что есть сложные условия. То есть branch coverage, он говорит о том, что вы зашли в каждую ветку ифа, но он не говорит о том, что вы сложные условия протестировали вот все вот эти пермутации его. А чем больше составных частей в условиях, тем больше в 2 степени n раз количество тестов, которые вам нужно написать. Мутант все это сделает. Он сложные условия будет убирать оттуда части, как бы фиксировать его туда-сюда. Ну ему пофиг, ему за это не надо деньги платить. Да. Ну, мутационное тестирование to the rescue. Есть тулы мутационного тестирования для разных совершенно языков и платформ. Для Ruby, для Java, для .NET, для Haskell, вообще для всего. Некоторые из них лучше или хуже. Я, например, пользуюсь сейчас PID-тестом. Это такая мутационная штука для Java. Она менее мощная, чем мутант, потому что мутант генерит больше мутаций. Но, в общем, если вам интересно, вы можете попробовать. А кто-нибудь, кроме тебя? Да, я плавно перехожу. Простите. Так как я повернутый шизофреник на всем этом тестировании и функциональщине, короче, я решил, давайте внедрим вот в Витре, в отдельно взятый проект, мутационное тестирование for the great good. Такой проект нашелся, он назывался Anderson Auto, он сейчас завершается, вот тут даже есть некоторые представители, которые на нем код писали. Пораженные мутантом. Пораженные в самое сердце. Хотелось бы не запускать эту штуку локально, а как бы иметь continuous integration, который чего-то скажет о качестве покрытия, качестве наших тестов. Потому что мутант, по сути, это такое средство утверждать, как хорошо написаны наши тесты, как полно они проверяют тот код, который мы написали. Вот. На самом деле, вот задумайтесь, если взять из всех ваших тестов поубирать ассерты, просто закомментить, ну, оставить строку внутри ассерта, но сами ассерты закомментировать, coverage от этого никак не поменяется, он все так же будет 100%. Ну, у кого, да. А приложение, а ваши тесты уже ничего не проверяют. Поэтому использовать coverage как уверенность, что приложение ваше работает правильно, некорректно. Более того, мутант не гарантирует, что ваше приложение корректно в математическом смысле этого слова, потому что он проверяет не приложение, а он проверяет качество ваших тестов, насколько хорошо вы их написали. Я очень нежно люблю TeamCity, потому что, ну, Тушин классный. Вот. А вот такой вопрос в тему качества. Что должны проверять тесты? Ведь приложение написано согласно какой-то
бизнес-логики. То есть, допустим, это самое, есть какой-то workflow, в ведре носить долго, ну и это самое. Это позволяет какое-то производство старое ведро, дырявое, но крепкое, носить камни. И если мы запустим там мутанта, он скажет, что типа вот вы не покрыли их тест водой, и вы не отнесете воду. То есть тут еще подход был, скажем так, вот, мы не будем производство внедрять новое дорогое ведро, если нам достаточно маленького и дырявое. На самом деле мутант не об этом говорит. Ты пишешь код носить камни. И ты пишешь тесты. Если я туда ложу два камня, значит, все должно быть хорошо. Мутант не спросит про воду. Он спросит, а ты пробовал туда положить ноль камней? А пробовал переполнить ведро камнями? Разного размера. Да. И что если попробовать большой вот такой камень, который в ведро не влазит? То есть он не пытается, то есть он в силу своей природы, того, как он устроен, он не пытается догадаться об интенте кода. Он просто проверяет граничные, более качественно проверяет граничные условия. Это камень очень маленького размера. Для этого существуют другие методики тестирования. Я постараюсь в одном из следующих докладов о них рассказать. Например, property-based тестирование. То есть мутант, он мутирует код и запускает тесты, удостоверяется, что не упали. Property-based тестирование, оно наоборот, оно меняет входные условия к коду и запускает их на том же коде. Короче, два ортогональных подхода. Мутант меняет код и смотрит на тесты, а property-based тестирование пытается разного размера разных камней накидать в ведро и посмотреть, что ведро не развалилось. То есть немножко про другое. Я в следующий раз, если придешь, обязательно расскажу про property-based тестирование. Тут вопрос немножко более насущный такой. Обычно математика простая работает для клиента. Если клиент лоялен, ты ему говоришь, что код написать занимает неделю, тесты еще неделю. Вот если сегодня захочу там себе автомазим функциональный тест начать писать, насколько у меня вот эта вот неделя вырастет? Обратись к своему техкору. Он тебе все скажет про мутационное тестирование и его применение. Конечно, вопрос целесообразности остро стоит, потому что вот на примере Андерсон Авто, значит, поначалу было очень сложно, очень дофига времени уходило на привыкание и написание, но тот фидбэк, который мы получили от использования этой методологии, полностью все оправдал. Да. Такой вопрос. Сколько по времени выполнялся этот вот, ну, именно сами тесты? По сколько потоков? В 8. Ну, я сейчас об этом коснусь. Секунду. Не тест, ну, наверное, а именно это. Ну, ты понимаешь, да, про что? Ну, как... Да, понимаю, да. Сейчас об этом обязательно коснусь. У нас системительно был и есть на этом проекте. Вот он, кстати, еще живее всех живых. Мы завели два билда. Мутант и мутант-таргет. Как оно работает? Написал скрипт, который итерируется по всем тестам, смотрит на их subject, ну, что этот тест тестирует, какой класс он тестирует. И просто записывает его через запятую. Исключает оттуда классы, которые унаследованы от base domain по там, определенным причинам, и высирает это все в консоль. Дальше небольшой bash-скрипт, который... Можешь флипнуть, пожалуйста. Небольшой bash-скрипт, который итерируется по всем, значит, subject under тестам в системе. И для каждого из них, используя API-шку TeamCity крулом, скедулит еще один билд, у которого свойство mutant-target будет равно этому классу. Для чего это сделано? Ну вот мы когда запускали мутант, мы его запускали как мутант, вот где у нас тесты находятся, фреймворк RSpec, 8 потоков, а мутировать мы будем один класс workflow. На самом деле можно ему еще сказать, мутируй метод approve. Понеслась. Вот
мутирую метод approve, и он будет заниматься мутацией только этого метода, если вам нужно быстрее эту штуку запускать. Но вообще мутант так написан, что он занимается мутационным тестированием одного класса. Если вы попытаетесь мутировать все приложение, это займет уйму времени. Ой, поэтому... подожди, это год, два, час. Ну, год. Вы реально год, вы пробовали. В более-менее большом приложении это сутки. Вот на Андерсон Авто все мутационные тесты гоняются сутки, и они проверяют не все, ну не весь, в общем-то, код. И как вы решали вопрос, как что читать? Будь терпеливым. Не могу. Собственно, для чего мы эту штуку сделали? Мы разбиваем приложение на кучу классов мелких, запускаем мутационное тестирование для каждого класса в отдельности, причем запускаем его в один поток. Почему один поток это важно? Потому что тестируем мы не только plain old Ruby объекты, а еще и контроллеры MVC-шные, там штуки, которые в базу данных ходят, то есть не совсем юнит-тесты получается интеграционные, да? И если их запускать больше, чем в один поток, неизбежно возникает race condition, потому что мутант молодец, он быстро работает, коса на камень находит, транзакции, если не использовать, а в коде они у нас не написаны, то все становится плохо. Поэтому на continuous integration мы запускаем мутанта в один поток, и если вы запускаете локально на каком-то Ruby on Rails контроллере, тоже желательно запускать в один поток, иначе он может изменить код таким образом, что он там перестанет работать, или будет работать долго, или зависит. Проходимся по всем классам приложения и генерим такой замечательный отчет, где каждая строка – это build в TeamCity. Как это все происходит? И... Не все так радужно, то есть я не пытаюсь сказать, что мы там большие молодцы, но в целом неплохо. Это список билдов в TeamCity. На каждый из них можно кликнуть. Мы пойдем на вот такую страницу, где будет виден лог запуска этого мутанта. Вот он для этого контроллера работал сколько? 1000 секунд, да? И сказал нам в итоге, что мы не дотестировали. Мы... То есть выхлоп точно такой же, как мы смотрели. Вот можно эту строку убрать, вместо нее поставить ничего, но это то же самое, что со всеми ее убрать и так далее. Всегда можно запустить эту штуку, оставить на ночь, прийти и посмотреть. То есть ты сказал год. Я пошутил. Для нашего маленького приложения это сутки. Для приложения, которое разрабатывалось большей командой или состоит из большего количества кода, это гораздо длиннее. Или конкретный язык. Потому что, ну, открываешь любой код, представь, ты каждую инструкцию, ты ее уберешь, не уберешь, заменишь ли аргумент, не заменишь, уберешь последний аргумент, добавишь еще один, строку поменяешь на другую и так далее. Саша, да. Это все-таки, как вот это количество изменений, оно чем определяется? То есть, ну, может меняться каждая строка, может меняться по-разному. Каждая, да. Не каждая. То есть, что определяет интенсивность? Ну, вообще объем мутации? Внутренний код мутанта. Это некое... можно ограничивать? Набор мутаций не ограничивается. Набор мутаций можно ограничить в джавовской туле pit-test. В мутанте набор мутаций фиксирован, никак на них нельзя, значит, повлиять. Так он каждую строку этими мутациями берет? Если ты мутируешь весь класс, то каждую строку методов этого класса. Если ты мутируешь метод, то каждую строку метода. Ну, то есть каждую строку указанную сущность, грубо говоря, указанную сущность. Да, да. Ну, там есть какие-то граничные случаи, мы на них на всех натыкались, но, в общем, это так происходит. То есть вот я продемонстрирую, я запущу билд мутанта, сейчас он добавится в очередь, начнет билдоваться. И мы увидим, как в build queue появляются все новые и новые штуки. То есть он через свою внутреннюю API-шку добавляет, через внутреннюю API-шку TeamCity добавляет туда билды. И в течение ночи прогонит все эти тесты, а утро можно посмотреть результат. Саша, а нельзя как-то его ограничить только тем кодом, который поменялся? Есть у него такая опция в недавних времен.
он может фильтровать те методы, которые добавились с момента, ну, с мастера, грубо говоря. Если вы делаете pull request какой-то, он сравнивает гитом код теперешний с кодом предыдущим, определяет, какие методы ему нужно мутировать, опять же, в этом сабжекте, который вы указали, дополнительную фильтрацию применяет и запускает только их. Нам такой подход, ну, в то время как мы использовали мутант, такой фичи там еще не было, поэтому мы мутировали все. Вот. Ну вот добавил, добавляются и начали работать индивидуальные билды. А билд после завершения сгенерит список. А на чем он написан вообще? Что? Там? На Ruby написан. И что, ты не взялся за контрибьютить? Я познакомился с разработчиком Маркусом, он живет в Германии, очень удивительный человек. У него на рабочем столе две клавиатуры. Он двумя руками печатает, серьезно. Делает он это для того, чтобы быстрее получалось. Я не поверил, конечно, но прикалывается на человек. Нет, он действительно фигачит на двух клавиатурах. На двух, причем полноразмерных, потому что, говорит, я пробовал маленькие. Ну вот эти есть всякие киты для сбора своих клавиатур, которые разделяются на две. Говорит, нет, фигня, у них неудобный лайаут. Я вот на моей классной клавиатуре, которую я привык, купил вторую, теперь двумя руками. Планирует переписать мутант на какой-то более производительный язык. Ну, он вообще функциональщик, он там хаскилист заядлый. И сделать про-версию платную мутанта, потому что она будет быстрее, в нее будет больше фич. Потому что он очень много усилий вложил в мутант и библиотеки с ней связанные. Библиотеки парсер и анпарсер, которые код в синтаксическое дерево преобразовывают и обратно. Не, ну, молодец большой. Но он только для Ruby занимается, остальные мутанты уже другие разработчики? Мутант это тула для тестирования в Ruby. Ну, я не понял. У других другие. Аналоги это другие разработчики. Да. Вот это вот само знание, что код превращается в итоге в абстрактное синтаксическое дерево, оно тоже бывает очень полезно. Например, недавно мне в голову пришла мысль, блин, ну вот да, у нас есть сложные условия, if в конце строки в Ruby, а как же можно, не используя мутант, гораздо более простым способом приблизиться к пониманию того, настоящий ли наш coverage или нет. Я взял, написал скрипт, преобразовать весь код в абстрактное синтаксическое дерево и выстроить его обратно. Но причем обратно его в такой специальной форме, где после, перед каждым ифом перевод строки, после каждого условия тоже перевод строки. И в результате просто запускаю тесты на только что заимиченном коде. Скрипт, который делает в синтаксическое дерево обратно, 3 строки кода. Не нужно никакого мутанта, но мы гораздо ближе стали понимать, настоящий ли наш coverage или нет. То есть он тогда покажет красными те линии, куда он не дошел. Еще вопрос? Спасибо. Есть вопросы? Можно? Да. Вот, гипотетически, если писать полностью по концепции ТДД, то чем можно быть полезен на том? То будет ли 100% покрытие прям то самое? Нет, не будет. Почему? Смотри, ты написал тест, он красный. Ты написал код, он зеленый. А как ты можешь быть уверен, что написал минимальную имплементацию? А может быть, половина кода, который ты написал, можно выкинуть, и мутант тебе об этом скажет. А может быть, ты в процессе зеленой фазы, точнее, синей фазы рефакторинга где-то ошибся и дописал лишнего, или написал не очень строгий код, или написал код, который можно было бы выкинуть, мутант тебе об этом скажет. Еще вопросы? По-хорошему, в ТДД мутант надо запускать постоянно. Перед тем, после рефакторинга, тебе постоянно надо запускать мутант. Я бы советовал запускать его перед пушем, но как бы... Извращению нет предела. А
ты под ТДД работаешь, да? Бывает. Вот, ну, честно, честно. Вот, короче, парни и девушка, приходите, если вам интересно, расскажу, покажу более конкретных примерах, как мы это все дело внедряли и на какие грабли мы наталкивались. Не могу посоветовать всем и каждому применять у себя практику мутационного тестирования на проектах, потому что, ну, во-первых, это... Нет, сложно не буду говорить, оно все сложно. Это долго, это дорого для проекта, но если вам нужно убедиться в качестве какого-то критичного куска кода, что он хорошо протестирован и в нем, ну, приблизиться к пониманию, что он корректен, в нем нет каких-то глупых ошибок, вы можете тестировать только его. Вот. Хотя, я же говорю, вот property-based тестирование, оно в этом помогает гораздо лучше, но об этом в следующий раз. Саша, кто-нибудь не скриптовый язык у нас пробовал? Да, я на Java гоняю. Они медленнее работают? Потому что, ну, они же должны скомпилять, получается, позволяют, после каждой мутации. На Java я гоняю только юнит-тесты таким образом, потому что ну, я не проходил на Java через все эти косяки с многопоточностью, вот, рейс-кондишенами и так далее. Ну и на Java, как большинство юнит-тестов, они действительно юнит-тесты. В Ruby on Rails, к сожалению, это не так. Пишет кто во что гораст. То есть сделали. Никто не запрещает там из произвольного места в коде в базу сходить. Ну, сами себе это захотели. В целом впечатление от пит-теста, оно положительное. У него меньше мутаций, но он очень много, очень хорошо помогает. Ну, в pull request ты ресерчишь какой-нибудь, запустил пит-тест, говоришь: чувак, а ты вот эту штуку вообще не протестировал. Все удивляются, а как ты так понял? Так это прятал под ковер. Вот. Ну, все, да. Да. Ты как-то вначале сказал, что выйти от теста не будет. Да. Эту идею развей. Я могу похвастаться, что у нас очень много, прям много проектов со 100% line coverage. Да? Который лжет. Но тем не менее, их прям много, и на всех новых проектах, которые мы начинаем, а не на тех, которых код нам приходит извне, мы не то что стараемся, мы обязываем людей иметь 100% покрытие кода тестами, хотя бы даже line coverage. И pull request'ы никто не сможет замержить, если там покрытие не 100%. И мы написали, ну, в Ruby направлении всякие тулы, которые удостоверяются, что 100% покрытие конкретно кода, который ты только что добавил, а не всего в этом классе. Ну, в общем, разными методами. Увеличиваем покрытие в существующих проектах и делаем его 100% в новых. Нет ничего в этом такого экстраординарного и сложного. Люди, которые приходят без опыта такой работы, конечно, ходятся и ворчат. Гораздо больше, надо сказать, они ворчат на всякие драконовские ограничения, например, метод не более 10 строк или цикломатическая сложность меньше там 25, но потом привыкает. Добиться 100% покрытия на коде всего проекта, если ты его пишешь с нуля, не так сложно. На Legacy проекте, ну, извини. Я считаю, что если... Почему я эту фразу сказал? Если мериться или таргетить свою работу, ну, у нас должно быть 80%. Ну, то же самое, что ничего не делать, потому что потом эти 80 превратятся в 75, а потом в 60. У нас же релиз. У нас же релиз, да, срочно нужно делать работу. Ну, менеджеры поймут меня, да? Он сидит, кивает. Поэтому никакого другого покрытия, чем 100%, быть не должно. Хотя бы даже на новом коде. Хотя бы даже на той части или библиотеке, которую вы про бизнес-логику пишете, а не на там MVC-контроллер. Вопрос от менеджера Ruby Team. Как когда вам приходит от RFX запрос на типа, дайте нам техэксперта на оценочку проекта. И, собственно, 100% кадрович там должен быть каким-то образом включен. То есть там у меня два вопроса. То есть как вы просто включаете? Вы берете просто, там, не знаю, в BBS
туда как бы умножается на 2, да, ну какая формула. Или отдельно выносится там типа у нас там 100% покрытие, ну как придумать. Все зависит от клиента. Если он, у него же есть какая-то кодзяра, мы просто не можем этого гарантировать. Всем новым клиентам мы говорим, что мы так будем делать, и если ты не согласен, нафиг иди. Ну, прям кейсы есть. В правом режиме мы умножаем на 1.5, если нет, то на 3. Да, ну, не умножить глупо, а завести отдельную таску тоже глупо. То есть нельзя в ВБС-ках делать таску. А вот здесь мы будем рефакторить, а вот здесь мы будем стабилизировать, а вот здесь мы будем юнит-тесты писать. Ну херь же какая-то. Разумный человек все время всегда тебя раскусит и пожрит пальчиком, ты злобный индус, что ты тут мне написал. Поэтому ну, умножаем, да. А ну, никакого другого способа посчитать-то и нет. Вам дадим время следующему докладчику. Все, спасибо. Спасибо еще раз, Кадр. Если у вас остались вопросы, я готов отвечать.